Пау! Всем привет! Вы находитесь на канале Magic 5. И сегодня мы проверим, сколько реально сделать киллов за 24 часа. Причем все остальные блогеры делают это как-то неинтересно, потому что они проверяют это на компьютере. Мы же решили проверить это на наших мобильных телефонах. Потому что именно в таком случае мы можем находиться не только на этом диване, а быть где угодно. И сегодня вместе с нами в этом челлендже участвует Егорик! У-ху! Егорик, привет! Привет, Magic 5! Как дела, ребята? Ты готов, мне кажется, у тебя никаких шансов против нас нет. Давай играть! Я играю в эту игру как маг просто. Залетаем, пацаны. Егорик, где ты спрятался? Выстрел. Вот это сейчас далека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тупо двое на меня сразу бежит, чувак. Вот, отхожу. Воу, еще одного типа завалил. Я убил. Выпрыг, давай. Все, остался только Егорик. Беги за ним, беги. Я вижу его, чувак, вот он, да, я вижу его. Блин, перезарядь ты, долбаная. Получай, я убил его в голову, ха-ха. Хедшот. Ха-ха, хорош, давай бежим. Если бы мы вот в реальной жизни сражались, я бы стопудово вас вынес. Ну да, конечно, чувак, я так и понял. Давай залетим еще одну карточку. Давай, сейчас захожу. Блин, подожди. Так, я уже... У меня сел телефон. Есть заряд, нет? Я подожди, без тебя. Была сверху, я наверх заберу заряд. Гроза, чушь. Где зарядка? Вот. Так. Чего? Где я оказался? Димон, ты скоро? Что? Free Fire? Я, походу, попал в игру. Димон, тебя долго ждать? А, твою Димон! Мать. Чувак, ты как в телефоне оказался? Я не знаю, вытащи меня отсюда! Да как я тебя оттуда достану? Нехит, вставай! Ты живой? Димон! Чувак, я тебя просил, вытащи меня, а не залезь ко мне! Да я не сам сюда попал, я не знаю как! Мы во Free Fire! Free Fire? Ты чувак, это по-любому сон, такой не может быть! Никитос, проснись, пожалуйста. Нам нужно искать выход. Да из онлайн-игры выход, ну, ты серьезно? Да. Ты понимаешь, если мы выйдем из игры, нас не будет в реальности больше. О, а что это такое? Добро пожаловать во Free Fire. Вам нужно пройти игру, стать победителем на карте и забрать пояс Kale Knight. А также вам нужно набрать больше лайков под видео, чем у Егорика. Желаю удачи. Ты слышал? Нам нужно каким-то образом набрать больше лайков, чем у Егорика. При чем здесь Егорик вообще? Ты понимаешь, нам нужно достать пояс Kale Knight? Без него мы не выберемся из этой игры, ты понимаешь? Судя по всему, у него выйдет такое же видео, как у нас, и мы сможем выбраться только если у нас будет больше лайков. Ну и как ты на это хочешь повлиять? Я это не знаю. От нас зависит, ты это понимаешь? Я надеюсь, что наши подписчики услышат меня и поставят лайк под этим видео. Как они тебя услышат? Ты в онлайн-игре застрял. Нам надо минимум 800 тысяч. Так, Димон, у нас должен быть какой-то план. Нам в любом случае нужно затащить катку, достать пояс Kale Knight, и только тогда мы сможем выбраться из этой игры. Иначе мы не вернемся с тобой в реальность. Чувак, я это понимаю, но как нам начать? Может быть, нажмем на кнопку старт? Да. Она не нажимается. У Kale Knight есть особые скины. Пока мы не в них, мы не сможем начать. Ну и как мы, по-твоему, найдем эти скины? Не знаю. Я не знаю, я не разбираюсь здесь. Димон, ты куда пошел? Так, это походу здесь. Мне нужно найти скин Kale Knight. Ага, вот они. Вот этот. О! Какой офигенный скин! Никитос, я нашел, иди сюда! Димон! О, сколько тут скинов! А ну-ка, сейчас попробую. Чё? Нет, так не пойдет. Вау, это же скин персонажа Джей! Фу, так-то мне больше нравится. Грузимся в самолет. Добро пожаловать во Free Fire, бойцы! Вам несказанно повезло, вы двое и еще 48 бойцов высадятся на карту для того, чтобы выяснить, кто же станет обладателем чемпионского пояса Kale Knight. После высадки вы сможете найти оружие и боеприпасы.
Не переживайте, оружие не настоящее, больно никому не будет. Но если вас все-таки попадут, то ты исчезнешь в реальности. Ха-ха-ха, шутка. А если кто-то вздумает крысить, то будьте уверены, зона постоянно сужается. Прямо как твое... Значит, теперь по поводу вас двоих. Я слышал, вы типа известные, типа звезды, типа блогеры. Ну давайте посмотрим, как ваши подписчики помогут вам набрать больше лайков, чем у Егорика. Ну что ж, инструктаж окончен. Вопросы есть? А как выбрать оружие и боеприпасы? Ты прыгаешь первый. Пошел! И как говорил мой дед, всем буя! Ну а что нам теперь делать? Мы разобьемся! У нас нет выхода, увидимся внизу. Твою мать! Я не хочу! Прием, прием, Никитос, слышишь меня? Алло, Никитос! Некит, прием! С ним нет связи. Я, походу, возле зоны. Газ приближается, нужно найти оружие. О-о-о, есть! Я в игре! Блин, мне нереально круто повезло, потому что я приземлился на крышу. Я здесь все очень хорошо вижу. Я вижу, как там два парня идут. У них уже есть оружие. То есть получается, что если я с Димоном останусь один на один, то кто-то из нас по-любому погибнет. И это при условии того, что мы по-любому должны достать пояс Кейонайт. Почему я не выкинул в поле? Тупо ни одного дома. Ящик. Реально ящик. Офигеть. Офигеть, это винтовка. Отлично. И магазин. Тут один патрон. Не, ну выси. Капец. И что будет делать с одним патроном? Как говорил Димон, решайся идти до конца. Я иду за тобой, Димон. Какое крутое оружие. Блин, и скин такой крутой, мне так нравится. А, погоди, это же сегодня событие KO Night. Блин, жалко, что здесь всего лишь один патрон. Твою мать! Один патрон, и тот упал. Блин, почему мне выиграть так не везет? Что может быть еще хуже? Черт, не стрелять, бежим! Так, вроде бы никого нету. Нужно быстрее передвигаться. Фу, наконец-то я нашел первый лут. Блин, постоянно кажется, как будто за мной следит кто-то. Там уже два игрока. Не, я туда соваться не буду. Это там выстрелы! Игрок. Он только что двоих убил на изи. Это если бы я полез за лутом, то меня бы уже давно не было ни в игре, ни в реальной жизни. Опа, и
еще парочку попались. Но это не моя главная цель. Мне нужно найти этих двух. Я чудом залез наверх. Единственный выход — это отправиться на ту сторону озера. С той стороны я уже вижу какую-то дорогу. Я, скорее всего, там могу найти какой-то транспорт. Где? Что? Никитос едет! Я не вижу, куда он летит, потому что троллей куда-то улетают очень далеко. Выстрелы, нужно прятаться, быстрее! Блин, я реально не понял, куда он улетел. Смотрите, здесь сундук. Отлично, тут есть патроны, еще и лазерный прицел. У меня появился питомец! Вау, это панда! Офигеть! Побежали, побежали. Смотрите, я вижу какую-то башню. Походу, это еще один роллер. Аккуратно, за мной. Я не вижу, но вроде здесь никого нет. Я не знаю, как далеко он ведет и куда в итоге я прилечу, но надеюсь, что к Никитосу. Пока не попробую, не узнаю. Погнали! Фу! Вот это я с ветерком проехал. Только меня эти звуки мотоциклов постоянно напрягают. Немножко передохну. В этой части карты я еще не... Там мотоцикл идет. Хорошо, что он меня не заметил. Так. Давай, родненький, открывайся. Ты серьезно? Одна граната? Есть, я в него попал. Стой. Никитос устранил, красавчик. Нет! Я одного типа с гранаткой увалил. Посмотрите, о, обалдеть. Оружие выпало. Приклад. Пистолет. Отлично, пистолет пойдет сюда. Так, это я положу к себе в инвентарь. Раз, два. Отлично. Фух, есть. Хорошо. Поехали. Сразу троих? Откуда он вообще взялся? Я чувствую, с ним придется быть аккуратнее. Стоять! Промазал! Еще раз. Блин, попал по мне. Черт. О, вон еще один. Тихо прицелиться. Попал двоих. Прям как ботов, пока мне везет. Так, хорошо. И они все тихие. Но ничего. Ага, это опять тот тип. Ну давай, попробуй мое оружие. А ну-ка, иди сюда! Аптечки нигде нет. Где же мне достать? Мне меньше половины хп. Нужно срочно искать аптечку. Картишет! Димон, ну где же ты, когда ты так нужен? Так, здесь никого. Не вижу нигде аптечки. Черт, стреляют! Поднимайся наверх! О! Никитос, ты здесь? Ты живой? Да, я живой. Мне осталась последняя обойма патронов. Чувак! Я искал тебя по всей карте. Я вообще в шоке, что мы друг друга нашли. У меня меньше половины хп, у меня все болит. У меня тоже почти нет хп. Ты нашел аптечку? Нам тоже нужна аптечка. Я видел, аптечки были там, но их слишком много. У меня постоянно хп уменьшается. Я видел какого-то Рафаэля, что он всех сносит. Да, я тоже понял, что это все, это долбанный Рафаэль. Нам нужно идти дальше. Аккуратнее, я прикрою. Проходи вперед. Пацаны, я такой тикток прикольный нашел. А где пацаны? Патроны на твою пушку, лови! Есть! Погнали! О!
Слева, слева, слева! Пойдем, пойдем, пойдем! Я потерял где-то кристалл, ты чего? Давай, 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 проходи! Есть, это слева. Еще слева, слева, слева. Кто пошли? Не вижу никого. Тихо. А у него-то пушечка покруче. Хорош. Погнали, погнали. Тихо, не двигайся. Есть, спину. Вот это красиво было, чувак. Где ты питомца повтыкал? Походу, где-то отстал. Подожди, ты слышал? Похоже на голос Артура. Да нет. Артур, ты вообще спишь? Смотри. Смотри. Эй, вы здесь! Тише, парни, вы нас слышите? Что, блядь, вы здесь? Тушенко? Эй! Никита? Что? Как вы туда попали? Я не знаю. Кто? Мы взяли, вставили провод. И в нас засосало в игру. Они... Как? В смысле? Такого уж не может быть, это невозможно. А вы понимаете, как оттуда выйти? Нам теперь надо выиграть, чтобы вернуться обратно. Будете что-то сделать. Чувак, они исчезли. Надо бежать. Иначе мы точно проиграем. Шо? Это бред какой-то. Я в игре? Чё? Как пацаны сюда попали? Надо найти пацанов. Блин. Патроны и прицел есть, оружия нет. Класс. Сковородка, но это уже лучше. Что? Free Fire? Мы тоже, походу, в игре. Блин, я вижу тебя. У него есть оружие, но есть шанс обойти его сзади. Я его завалил. Я думал, меня сейчас вынесут. Давай оружие заберем. Фу, давай. Фу, как красиво, так лег. Есть. Некин, Некин, мне кажется, лекарь начал сужаться. Да, мы бежим в обратную сторону. Погнали за мной. Тихо, Димон, пошли, пошли. Аккуратнее, они стреляют. Тихо, иди сюда, тихо. Я сам. Я прикрою. Аккуратно, аккуратно. Давай, я второго. Давай, давай, давай. Иди сюда. Попал. Я обыщу их. Димон, давай. Что там? Я тебе спас. Фу, красавчик. Я патроны закончились. Хорош. Аккуратно. Димон, их слишком много. Черт. Да. Стой, стой, стой. У меня тихо, осталось тихо. Парочку патронов. У меня осталось всего лишь 2 патрона здесь. Каких 2 патрона? У меня вообще патронов нету. Попал тебе в плечо. У меня 5 хп осталось. Помоги встать, помоги встать. Вставай. Это была крутая катка, но у нас нет шансов вообще. Знаете, мы дойдем до конца. Не, ну не, мы никак не сможем. Их слишком много, патроны закончили. Карта засузилась настолько, что мне некуда бежать. Димон. Они окружили нас. Только один ты можешь спасти нас. Достань поиски у нас. Нет, силы не попадают. Ну шо, пацаны, как всегда, без бати ничего не можете. Артур, респект, как вы здесь оказались? Мы шли на звуки стрельбы. А как вы попали в игру? Нас просто в телефон, ну, затянуло. Зона слишком быстро сужается, их слишком много. Мы не сможем пойти сейчас, у нас нет патронов. Так у меня есть патроны, держи. Что ты без меня делал? Где вы их взяли, чуваки? Ну теперь мы точно сможем дойти до конца. Я уже думал, что нам хана. Ой, давай, Рик, вставай. Парни, хоть хп. Все, погнали, пацаны. Тачка, давай в неё! Кто-то приближается, быстрее в тачку! Пацаны, я за рулём! Это нам туда! Смотри, кто-то выбегает! Дави его! Ааа! Тачку! Выходи! Пацаны, я прикрою! Проходи, проходи! Давай, мы прикрываем! Ааа! Артур! Давай, 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 давай! У меня больше патронов нету.
Мы не сможем вдвоем его забить. У меня остался один патрон. Ну, слушай меня. Я сейчас буду отвлекать. У тебя один патрон, и ты его должен убить. Все. Некит, Некит, это всего лишь игра, ты не должен умирать. Это не просто игра, это Free Fire. Некит, Некит! Иди сюда! Некит! Поиграли. Ладно, М5, я это запланировал очень давно. И лично все подстроил. Но вам удалось меня победить и выбраться с моей ловушки. Я обещаю, что еще вернусь, и вы увидите это на моем канале. Охренеть! Мы вернулись, чувак! Дима! Чувак! Мы выполнили это! У тебя поезд, смотри! Мы поезд достали! Если мы выбрались из игры, то где Артур и Респект? Они остались там. Но ты можешь их спасти. Если ты тоже хочешь получить такой же поезд KO Night, то заходи сегодня в Free Fire, и он может стать именно твоим. А еще в игре тебя ждут крутые скины из нового события KO Night. Ссылочку мы оставим в описании этого ролика. Переходи, играй вместе с нами. Пока! Бум!